Опа! О, я рыбу поймал! Мишаня, вот такая щука стоит! Иди сюда! Я ее сейчас поймаю! Иди сюда! Оп! Видели, какой у нас тут улей? Ты видал, еще одна? Мишаня, вкусную взял. Бывает, бывает хочется, но нет возможности. Дела, работа, малые дети или банально глухозимье. Всегда есть выход. Просто иди на рыбалку. Суперреалистичная графика. Возможность игры с друзьями, более 1000 комбинаций снастей, которые можно поломать или порвать. Более 100 видов рыб с характерными им повадками. Множество водоемов и все это в уютном домашнем кресле. Скачай Fishing Planet бесплатно на игровой платформе mail.ru. До встречи на воде. Ссылка под роликом в описании. Так. Народ, всем привет. Начинается утро. Герасим Васильевич у нас спит. Блин, поспишь тут. Да, ребят, мужики вчера на водомете погоняли и вытянули его. Ого-го-го. Че мотором-то на берег не вытянули вообще? Как нам сейчас его стаскивать вдвоем? Овчарок наших задавили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, что там с овчарками творится? Дохлые три штуки. Одна живая только. Надо новых ловить. Кто нас будет от медведя-то защищать? Так, Мишка у нас с утра ничего не поймал. Кто что поймал, тот то и ест. Ну, народ, Мишаня, вон на перекат ушел. Рыбу ловить.
Смотришь туда — и бездна, там бездна. Все, мы пойдем старыми рыболовными тропами к порогу. Разойдись, медведи! Мишка идет. Трам-па-пам-парам-па-пам-пам. Пам-парам-парам-па-пам-пам. Так, почти, почти. Я почти уже у цели. Вот такие тут ступени красоты. Базальтовые. Среди них попадаются вкрапления кварца, кристаллы красивые. Прям грозди. А вот, видите? Я попробую здесь покидаю. Может быть, щука подошла какая. Хоть какая-никакая бы. Подошла бы, что ли? Нет, ребята, нету тут щуки сейчас. Не стоит. Щука тут сейчас не стоит. Странно, странно, странно. Это очень странно, припристранно. Ох, сильна, шумна вода. Растудить ее туды. Вот здесь стояла щука, два дня подряд не могли мы поймать ее. Здесь, наверное, забрасывает рыбу битую противотоком, она тут ее подъедает. Упала вода, видимо, течение побыстрее стало. И она ушла. Посмотрите, ребят, какие интересные отверстия, как будто их буром высверлили. Это идеально круглая. Попробовал достать оттуда гальку, ну, вот сантиметров, наверное, 10 выкопал ее. Вот, все такое же круглое, как будто сверлили его. Вот еще одно есть, прямо отшлифовано. Скорее всего, образуются водовороты, и камушками по кругу вычищает, вычищает, вычищает его. За многие годы образуются такие дырки, отверстия, простите. Вон, посмотрите, какие россыпи кристаллов. Красота какая. Вон они. Паяны, варены. Базаль. Ну вот, ребята, раздался боевой клич от Мишки нечеловеческим голосом. Таймень, таймень. Это означало, что он поймал тайменя. Ну, а Мишаня, как обычно, забыл снять бленду с видеокамеры. Так что, если вы это не увидите, то хотя бы услышите. Кричал он знатно. О, Гера, таймень! 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 Предстоит мне сейчас войнушка хорошая. Поймал, ребята, я царь рыбу. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Молодец! Стой, 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 стой! Братан, молодец. Ну чего он тебя там, потрепал? Да, короче, вон там, где говорил. Сейчас я отцеплю, подожди, его туда. Ну туда кинул, прям в самый, прям отскочил от этого, одна весна. Ну он там стоит. Чуть-чуть на противотоке, видимо, где-то стоит. На гриле, у гриль. Сука, у сука, на гриль, у гриль. Да. Скручиваем из нее рулет. О, красота. Вкусный поди. Ну что ж, у нас опять традиционно щука. О, гриль. Щука, у гриль. Сегодня мы будем эвакуироваться отсюда. На базу пойдем. Вон мы какой аквариум для наших щук сделали. Вон там они теперь сидят. Щуку здесь за рыбу не считают. Все, что вылавливают, выкидывают на берег. Вычищают, чтобы она не била полезную рыбу.
щуки очень много. Вот, поэтому нам запретили отпускать ее. Мы ее вот так вот привязываем, чтобы она более-менее сохранялась, если что-то покушать. Вот, а сегодня мы решили погурманить. Даже приправу для рыбы сюда положили. А то щука в собственном щучьем соку уже что-то не очень нам заходит. Ёлы-палы. Нет. Почти нет. Точно нет. Да, уже обожрались этих щук. Сегодня поедем на базу, возьмем лодку и будем уже ловить сига, наверное, и хариуса. Хочется что-нибудь солененькое сделать, там, сугудайчик какой-нибудь. Что-нибудь вот так вот. Ну и так пожарить хариуса тоже интересно было бы. Не все щуку есть сорную нормальным-то ребятам. Так, ребятки, ну что, настало время пожрать. Вот так мы солим рыбу. Да, вот так будем солить нашу рыбу с одной стороны. У нас сегодня невидимая рыба. Да, посолили рыбу. Очень редко. Очень вкусная. Она водится только невидуха в этой реке. Ее только на гриле можно, а гриль приготовить. И клюет только в один день в году. И забрасывать для этого вообще ничего не надо никуда. Да, это тоже приправа к этой рыбе. Рыбу приправляем щукой маринованной, невидимую. Да. Невидимой щукой, невидимую рыбу. Немного солим рыбу. Ты ее сыпешь, хорош, Василий. Нормально. Ты давай повару не мешай. Сожрать каждый может. Ребят, Мишка у нас сегодня собирался фарша щучьего наживать на котлеты. Это у меня солнечный удар случился от жары. Я уже все пообещал, что только можно. Да, ведь есть там, наверное, еще какая-то рыба. Жалко, ты, Миша, не взял вот запасную батарейку, когда своего тайменя поймал. А то бы еще всем показал, как его отпустил. А то сейчас догадки нехорошие появляются. Ну, ребят, к сожалению, у нас на гриле не таймень, а щука. Ад, сделаю я вот такую красивую фото для Инстаграма. Какой запах, а? Напомню, что готовим мы здоровую рыбу, без масла. Потому что масло мы забыли, поэтому мы теперь о организме заботимся. Без масла едим. Вот, это полезно очень, говорят. У нас сегодня шикарный день. Мишка поймал тайменя. Это мечта каждого рыбака. Вернее, топ каждого рыбака. Ай, красота какая! Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грил». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Между нами говоря, щуку-то ругают зря. Она ежели с приправой, то не хуже, то и меня. Вкусно. Точно вам говорю. Я могу сказать, что у нас программа минимум выполнена. Рыбы мы обожрались. Тайменя поймали. Нечаянно, правда, но поймали же. Мы молодцы, и нам медаль. Ну вот, ребят, как замачиваем коврик для харизов, видите? Целая питательная чистка. Стол. Стол целый, волшебный. Они его обжирают потихонечку. Вкусненько как. Объеденница. Помните, кто вас кормил? Кому клевать не потом? Жареная щука. Все, водопадистее и водопадистее. Мы пришли-то, перекат был. Вон, видишь, там камни слева появились. Островок. Не было там вот так вода. Вот на тех камнях. Сейчас их видно. Ну что, тоже. Не, нормально, один. Давай морду туда крути. О, все, на одном баллоне стоит. Все, убирайся. Сейчас, подожди. Надо на воду поставить его.
ребят, набрали водички в курейке. Потом еще наберем, это так, чисто на попить. А ну или хотя давай, сейчас подожди, давай я еще ближе туда выйду. Аж бутылка скокоеживается. Ой. Вообще удовольствие такое. Прям очень холодная. Я думаю, чуть-чуть прям проплыть сможешь и все. Да. Где-то там вечная мерзлота внизу проходит. По любасу. А по мерзлоте течет. Ну, вверху там вот. Ну, растаивает что-то снизу. А, на Хантайском он до сих пор это самое. На вертолете летишь, и этот самый, и лед на дне видно, лежит. Мерзлота. Да, ребят, вода здесь вообще ледяная. Сколько? Градусов 15, наверное. 15? Да нет, градусов 10. Какой? Меньше, чем 10. Ты что? Вот я бутылку сейчас одну набрал, потом 2 минуты с рукой прыгал. Вот сейчас у меня уже рука начинает бутылку терять постепенно. Да у тебя уже вон это, нос замерзает постепенно. Ой. Хороша, но ледяна. Уж больно. Да. В такой воде долго не протянешь. Здесь нырять-то надо, наверное, в девяточке. А что, попера покидать можно? Балки торчат. А? Балки торчат, все как щука любит. Ну, это берег затопленный. Чалили. Да, покидаем. Покидаем, постоим. Нет, ребятки, нету в этих топляках рыбы. Видать, сижок хариус здесь не стоит, и хищнику делать тоже нечего. Покидаем тут. Будем искать тут щука. Опа, опа, окунь, окунь. Видел? Маленький. Взял? Да. Зараза такая, смотри. Сейчас мы на тебя щуку поймаем. Большую. Кстати, вполне возможно. Живец он плавающий. Все, схватил. Теперь это мой поппер. Ничего не знаю. Я теперь с таким поппером наших щук ловить буду. Не знаю, кое-где так это гигантский был окунь. Да, трофейный. А тут живец. Иди сюда, горбач. Живи, окунь, живи. Ну. Местные ругать меня будут. Ладно. Сказали, ни окуня, ни щуку, никого не выпускать. Всех на берег нафиг, если самим не надо.
Потому что это злюки такие, съедают всю рыбу. Да, прибыли мы, прибыли. Ладно. Пошел я, ребята, десяточку достану сейчас. Опа. 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 Очки. А, блин, да что ж ты, еще его цапнул за руку, а? Ну, как так-то, а? Столько дней меня ни один падла не укусил, а тут его цапнул. Провидение же меня привело сюда зачем-то. Сейчас посмотрим, зачем. Мамочки, вон она, щука. Ребятки, щука. Щука, вон она стоит. Вон она, смотрите, сейчас возьмем. Сейчас, сейчас, вот на нее иду прямо, смотрите. Сейчас ударит. Блин, я не знаю, вы видели или нет. Вон она, вон она, вон она, смотрите, сейчас атакует. Ушла, ушла опять. Опять ушла, что-то ей не нравится этот. Может, меня видит. Сейчас посмотрим. Не хочет на этого, значит, ну, сейчас другого кинем. Блин, ну я ее видел, такая полежка хорошая. Во-во-во, атака! Нет, уходит от него, смотрите-ка. Не хочет этого ни в какую. Ладно. Ладно, подошла и развернулась, ушла. Это меня заводит. Сейчас мы ей другой пупер подсунем. Захочет. Что-то от бомбера как-то шуганулась, и все, и ушла. Ну-ка, давайте-ка посмотрим вот тут теперь. Сейчас поближе попробую подвести вот сюда вот. Странно. Опа, есть. А, я же говорил, возьмет. Вот она. Ать, куда ж ты? Ух ты какая! Ух ты какая! Ух ты, какая ты! А я вот тоже такой. Непростой-то. Видите? Вот она. Полено-то какое. О, хорошее. Миша! Щучку килограмм на 6 зацепил. Хорошо. Ну давай, отцепляйся уже и дуй. Освоясь, мне лень тебя снимать. Щука нам сегодня уже
не нужна. Мне интересно вас ловить. Оп. Ну иди, я тебя подведу сюда. Оп, покажись иди. Оп, хоп, хоп. Ребят, вам видно хоть, нет? Видно, видно, вижу. Вот она красотка какая. Хорошенькая, хорошенькая полежка такая. Ладно, я пока, пусть она там сидит у меня. Пока соберу, да пойду к тем камням, ее подведу потихонечку, да. Сниму. А что, что-то надо делать же, снимать ее надо будет. Так, тихо, только ты меня здесь со стены сдернул. Пойдем, 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 я тебя сниму, пошли. Давай, 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 не умничай. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Сама давай в ту сторону он плыви. Во, пошла, вот умница. Ой, молодец как. Вот это ты щупендра, а. Я тебя тут не вытащу на этих камнях-то. У меня даже подсачка нету. А? Как я тебя вытащу-то? Зачем ты зацепилась так сильно? Не цеплялась бы сильно и все. Будешь дружить со мной? А? Красавица. Ой, какая ты большая. Ой, большая какая. Ну, иди, иди, подымись чуть-чуть. Покажись ребятам. Гера, вон тетя Щука тебе попалась. Гер Герыч. Она тебе подарок даст. Ну-ка. Оп. Ну, давай, давай. Пошли на те камни. На дальние камни пойдем. Пойдем, я тебя достану. О, вот так вот я люблю. Достану, и ты Герасиму подарок подаришь, да? Ладно, я согласен. Если ты Гергерычу согласна подарить подарок, согласна ли ты, Щука, подарить подарок Гергерычу? Согласна, говорит. Давай по щучьему велению. Ой, блин! Ха-ха-ха, ребят, вот это я звезданулся. Ой, камушек упал. Неправильно. Ой. Ой, блин. Так, по моему хотению. Устала, устала она уже. Устала уже. Сейчас мы ее поднимем. Оп, хоп, хоп, хоп. Давай, давай, давай. Опа. Все, 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 все есть. Опа, ты что ж ты дура-то, а? Порвешь себе всю пасть. Ну все, 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 ты меня сейчас еще насадишь. Так, ребят, отмываем коврик. Вот смотрите, что у меня происходит здесь. Мелкие хрюсята. У меня ноги тут сваги хотят отгрызть. Ну-ка, ну-ка. Ай, волосам не кусают. Не могу, щекотно. Не поймаешь, резвый они. Ну-ка. Ребята, окушок маленький. Ну как маленький? По путаранским меркам мелковат. А по карельским, ого, зачет. Ох, хорошо полетел. Хорошая рыбка, ребят, тут под тем берегом стоит. Оп!
ребят! Блин, таймень пах. Миша! Мишаня! Ух, что случилось? Герасим Васильевич поймал рыбину. Тайменьку поймал. О! Так. Опа-на. Так, леса, тропинки, болото. Гора из камня. И кусты. Не пробежать, не запинуться. О, кайф! Ребята, а что мне клюнуло, вы посмотрите! Вы посмотрите, что мне клюнуло! О-хо-хо! Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстрим» и «Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шарп. Подробный обзор вездеходов в описании. Вот он, царь рыба! Вот он! Ай, красавчик! Ай, красавчик! Вот он, ребятки! Я бы с удовольствием сделал так, чтобы он отцепился, чтобы его не травмировать. Его надо отпускать. Поклевка случайная. Ловим-то мы щуку. Ой, красавец. Вот он, царь рыба. Ох и сильный. Ох и силен. Ну что, давайте попробуем вытащить. Сейчас Мишу подождем. Мишу подождем. Ну, я прям, дружище, за тебя рад. Прям, ох, надо больше, чем дальше, чем за себя. В этот раз у меня полная батарейка. О! Я думаю, может, он отцепится сам. Красавец. Ай, красота, да? Ай, красота какая. Ребятки, да вы посмотрите, поближе его сними, поближе. Подеток какой. Ай, красота. Вот он, таймень. Вот это самая здесь старая рыба, которая водится. Вот ради чего сюда едут. И, к сожалению, ловят, ловят и ловят. Все, давай потихоньку сейчас его заберем. Я отцеплю. Тяни, 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 Гер. Я просто свою руку порежу. Все, давай посади жики. Сейчас его вот так вот. Не-не-не, не дави. Я быстро подстрахую, просто все. Не дави, не дави. Я сейчас... Он за две губы зацепился. Я вижу. А сейчас мы... Опа. О, одна губа отошла. Одна есть. Да все, у него болевого порога нету. Посмотри, разогнул все к чертовой бабушке. Обалдеть, ну-ка покажи. Все разогнул. Ладно, потом посмотрим, давай его отпустим. Давай, теперь. Давай. Ух, на Мишкином таймене, ребята. А батарейка померла, а я без камеры прибежал. А вот он момент, посмотрите. Иди, красавчик. Давай, давай. Все, ушел на дно. Красавчик. У них... Очень низкий болевой порог. И они практически не чувствуют. Ты бомбист. Тоже там же. Взял. Блин, не сфоткались с ним. Блин. Сейчас бы так на фоне водопада было бы. Даже не сфотографировались. Ну ладно, все ходы записаны. Фу-ху-ху-ху. С Мишкиным сфоткались. Вы видели, что он мне сделал? С тройником. Якорь сделал. Смотрите, ребят.
Да, сильная рыба. Просто в лохмотье его разнес. Это не самый крупный экземпляр. Это да, это где-то килограмм 6 был. 20 килограмм. 30? 30 килограмм. 30, Михаил Юрьевич. 30 килограмм рыба. Это подросток попался нам. Да. Как и мой бобо тоже понравился. О, ручки трясутся. Где-то вот напротив камней вот этих, он за камнями стоит. Видишь, бугры такие. Вот где-то он там стоит. О, вот она. Вот она. Жрет кого-то. Точно. Кого-то сожрала. Щуку, наверное, другую какую-то. Вон, ребят, не знаю, видите вы, нет? Вот-вот. Сейчас я опущу прям вот. Вот. Опускаю прям вот. Прям ей по башке попал. Во. Во-во-во-во. Щекочу борта ей. Кто там, интересно, у нее? А, головой вперед, что ли? То ли сижок. То ли хариус. Во-во-во-во. Плотвичка какая. Сик. Сига поймала. Офигеть. О, сейчас, может, видно будет. Вон она. Над камнями прошла. Хорошая, килограмм 5, наверное. Ладно. Приятного вам аппетита. Мы пойдем дальше. Конечно, что тут, я тут резинку предлагаю какую-то беспонтовую. У нее там целый сик. Вон только что выплюнула добычу. Пожеванный, кто там? Сик, вот он плывет. Так, а я попробую сейчас ее схватить на резинку, может получится у меня. А, вот пошла, взяла. Взяла, есть. Хо! Нет, выплюнула. Сейчас возьмет. Нет, передумала. Есть, зацеп, все. Ха-ха-ха. Класс. Вот это щупарик. Так, куда ж тебя тут, подруга, вытаскивать? Ну, пойдем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Куда? Вот так, сюда пошли. Вот так, хорошо. Хороша балбесина. Так. Так, вот. Сюда. Все. Не будешь ты больше сишков есть. Тихо. Так, сейчас. Все, попался, который кусался. Попался и пропался. Фу. Ну, Гера ушел с порога, видимо. На пороге больше ничего нет. Ой, не ловится. А тут вон какая удача. Хорошая такая. О, сапожок. Килограмма 4 точно есть. Отлично. Все, Михаил Юрьевич, вас с победой. Что, ты на червяка поймал? Сколько она? В ванной вот в этой стояла, да? Она, короче, ждала там кого-то. Я понял, что сега, я все это снимал. Прям вот по ней бил вот этой фигней. Она, смотрю, жрет, не реагирует никак. Я думаю, ну приятного аппетита, я пошел дальше ловить. Она что-то жрала? Она же, она сега жрала. Да. У нее прям вот так рыба торчала, правда, хвостом вперед она ее ела. Ну правильно, она так и ест. Вот.
А, нет, посмотрю. Я эту ванну обошел, думаю, ну посмотрю еще. Смотрю, она, значит, потрепала, его выплюнула, эта рыба поплыла. Да. Вот, не пролезла, видать. Да, ведь покусанный этот поплыл. Я думаю, ну что, буду кидать червяка. Со второго заброса она у меня схватила его, выплюнула, а на третий раз зацепилась. Там, ребят, сейчас плесканула щука. Опа, есть! Нет, промах. Промах. Оп, опять есть. Нет, промах. Опять промазала. Гергерычу надо поймать щуку, ребят, которая ему подарки подарит. Щука у него там. Ой, блин. Ну, где ты там? Опа! Есть, ребят, есть! Ха-ха! Есть! Ну, пока, вот вроде идет в мою сторону, вроде небольшая. Сейчас не знаю, как она захочет идти дальше. О, упирается. О, Миша, а нет, ух ты, как красиво свечку-то сделала. Давай, свечечку еще одну. Опа. Давай. Позируем. Я же знал, что ты тут. Я знал. А как жадно-то цапнуло целиком ведь, а? Ох ты. Ну что, будешь теперь вкуснятинку Гергерычу передавать? А? Если согласишься, отпущу. Сильно заглотила. Ну, не спи, давай. Позируем. Засранка. Не, надо сюда идти. Сильно заглотило-то, блин. Пусковые устройства Revolter. Это надежный запуск в любой ситуации. Проверено нами. Это работает. Не забывайте, зима близко. Ссылка в описании. Скидка по промокоду Герасим Шерп. Ну что, сдаешься? Гергерычу подарок принесешь? Отпущу. О, Гера, тетя щуку какую я тебе поймал, большую. Вот какую папа тебе поймал. Сейчас попросим ее подарок нам передать. А то что это такое? Ой. Тетя щука, вот это вообще западло, ты что? Так вообще нельзя делать.
Это вообще-то мой был попер. Я на него тайменя поймал. Ротик открыли. И смирно сидим. Мне этот попер очень нужен. Понятно? Поэтому я его заберу и тебя отпущу, ладно? Все. Полдела сделано. Все, смотри, какая умница. Фу. Короче, ну вон тетя щука поплыла, видишь? Вон она поплыла. Поплыла тебе за подарком. Все, сына, уплыла твоя рыба. Жди дома подарков. Папа приедет, привезет. Сказала мне, сейчас передаст все. Здравствуйте. Рыбинспекция? Народный контроль. Ну все, ребят, вот мы готовились. Водомет грузили. Приехала эвакуационная команда и нас эвакуировали. Водомет остался на реке. Наверное, там приедет, тут еще рыбачить будет. А мы едем на базу. Ребята, мы добрались до базы, покушали щучьих котлет. Я думал, щуку уже видеть больше не смогу. Нет, покушали. Олег Федорович сотворил чудо. Олег Федорович. Олег Федорович. Да. Олег Федорович сотворил такие котлеты. Точно. Я съел 5 штук аж. Обожрался, как бобик на помойке. Ну что там говорить? Мы сегодня в бане помылись. Да. Завтра с утра нас разбудит будильник, а не вода, стучащаяся к нам в палатку со всех сторон. Кстати, вот так, ребят. Все. Всем спокойной ночи. Можно спать. Пока-пока. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш, Герасим Шерп.